Двое азербайджанских пограничников погибли от удара молнии. Майор Бахышлы Бахыш Ильшан Аглу и солдат Нагиев Али Ильшан Аглу 9 июня погибли от удара молнии при исполнении своих обязанностей по охране государственной границы на служебном участке погранотряда Линкяран пограничных войск Государственной пограничной службы ГПС Азербайджана. Передает АПА со ссылкой на азербайджанскую погранслужбу. По факту проводится расследование.